Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему, какой существует тип людей и как можно понять человека, о чем он думает по внешности, то есть по его повадкам, по глазам. Вообще существует три типа людей. Это визуалы, киноэстетики и аудиалы. Визуалов 60% вообще на земном шаре и по 20% киноэстетиков и аудиалов. Визуалы хотят постоянно пощупать тебя, подойти поближе, там, за плечико и так далее. То есть это такой тип людей есть, и им, чтобы воспринять человека к себе, расположить его, обязательно нужно его потрогать. У киноэстетиков же все складывается в картинку, ему нужно посмотреть, обсмотреть тебя с ног до головы, вокруг, прям ему главная картинка. А у аудиалов, это главное слух, то, что они воспринимают на слух. То есть это может, вот им легче, например, если они прочтут книгу, да, они могут ее плохо запомнить. Но если же они прочтут книгу и запишут ее на диктофон, либо же, например, аудиокнигу они послушают, им это лучше донесется в голову. То же самое им легче будет навешать всякие чепухи, либо рассказать сказку, им это, к ним это больше как бы доходит, нежели там прочитать что-то, либо, например, если человек переписывается с человеком, он не так расположит его к себе, если, например, ему будет это говорить вживую. И сейчас мы поговорим с вами, что можно сказать о человеке по его взгляду. Если человек смотрит вправо вверх, то он фантазирует, что ему сказать. К примеру, его просят сказать там, а что ты там тогда-то делал? Он не может сказать ему правду, и он начинает фантазировать, а что же мне сказать? И вот тогда он смотрит вправо вверх. Если он смотрит влево вверх, то он вспоминает картину. То есть, например, вспоминает, вот вчера он познакомился с какой-то девушкой или с каким-то парнем она познакомилась, да, и она вспоминает, к примеру, его лицо, тот момент, когда они знакомились. Вот, если смотрит вправо, влево, вбок, значит, вспоминает, что слышал. То есть, ему, например, говорили что-то, или он слушал аудиокнигу, и он вспоминает, что он слышал. Если он смотрит вправо в бок, значит, он формирует ответ. То есть его спросили о чем-то, и он правильно у себя в голове формирует, слаживает строчки, слова в единое, и как бы сказать, чтобы красиво все это выглядело, то есть человек формирует ответ. Если он смотрит влево вниз, значит, он советуется сам с собой. Думает, что ему лучше сделать, как ему лучше поступить. И, в общем-то, если рядом никого нету, с кем можно посоветоваться, он советуется сам с собой и смотрит влево вниз. Если он смотрит вправо вниз, то он вспоминает ощущения. К примеру, ощущения, когда его ущипнули, и он вспоминает это ощущение. То есть человек, ну, понятное дело, вспоминает ощущения. Видео у нас сегодня коротенькое, маленькое и, мне кажется, познавательное. Вот. Теперь вы можете понять, что человек думает по его взгляду и понять, что за тип человека рядом с вами. Желаю вам удачи и всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. Смотрите меня в следующем моем видео, оно будет очень-очень скоро, вы даже не успеете моргнуть. И я вас всех очень-очень сильно люблю, всех целую, все, пока! Если человек...